Всем добрый день. Готов вашему вниманию предоставить мини-штатив, подставка, либо для электронного стабилизатора, либо для штативных голов при низком расположении камеры. То есть поставляется вот в такой упаковке. Внутри находится сам штатив. Фирмы Andover. Так, ну максимальная высота вот сейчас его в таком состоянии. Миллиметров. В разложенном состоянии, то есть высота 45, выдержит, то есть сделан он из алюминия. Выдерживает нагрузку до 5 килограмм. То есть, ну и очень удобно. Диаметр основания 40 миллиметров, ну или 4 сантиметра. Здесь есть разъем на 1,4 дюйма. У меня есть голова Fujimi. То есть, ну здесь вот резьба 3/4 дюйма. То есть здесь через переходник. Так, ну и основание 45 миллиметров, чуть-чуть больше, на 2,5 миллиметра основания. Вот в таком виде можно ставить. Ну и в последующем использовать. Ну, либо поставить электронный стабилизатор. Будет как подставка. Ну и заодно еще и упор. То есть можно ходить, например, и снимать себя камерой. Вот мне нужна подставка именно для вот этой штативной головы и для электронного стабилизатора, который будет использоваться для этой подставки. Так как вес выдерживает достаточно большой, как я уже говорил, до 5 килограммов, то есть достаточно удобный и практичный штатив Andover. Так, всем спасибо за внимание. Кому было это полезно, удачных покупок, распаковок. Ну и до следующих видео. Всем удачи и до свидания.